видео. А сейчас мы идем по Никольской. Красота. Здесь, конечно, особенно красиво вечером, когда огоньки вот эти все горят. Очень много, конечно, народу. Очень много. Сейчас мы хотим купить мороженку. Найдем сейчас. Вот вначале не купили, было много столько мороженого. Персонаж какие сидят. Персонаж сидят. А вот посмотри, какая, пойдем посмотрим. Ничего себе. Ну пошли посмотрим. Это дядя что ли такой? Чудики. Сколько ж на Арбате, ой, на Никольской и везде в Москве чудиков. Сиди посмотрим, смотри какой. Сейчас, наверное, будет деньги просить сфотографироваться. Но мы, конечно, не будем. Пошли дальше. Господи. Чего только не увидишь. Матушки России. Чего только не увидишь. Ребята, Никольская. Вот я в Москве больше всего люблю Арбат старый и Никольскую улицу. Ну, Красная площадь, естественно. Пойдем, сынок, сейчас мы с тобой найдем мороженку, купим. Очень классно, очень классно. Кто здесь не бывал в Москве, когда будете, обязательно, обязательно приезжайте, погуляйте. Это вот что-то похожее на улицу Арбат, но это не Арбат, а улица Никольская, которая находится в центре Москвы, рядом с Красной площадью.